Салам фестиваль. Ишик ачык, кандаш, достор келгиле. Учак жайып биз силерди күтөбүз. Ак ниеттен колуңарды белгиле. Да, разные у нас традиции и вера. Но ведь это совсем не главное для нас. Должна создаться в мире счастье сфера, чтобы на лице улыбка родилась. Здравствуйте! Саламатсыздар бе! Урматтуу фестивальдин катышуучулары, айымдар жана мырзалар, кадырман телекөрүүчүлөр. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына туңгуч жазма акын Манасчы жана агартуучу Тоголок Молдонун 160 жылдыгына карата өтүп жаткан 6-чы эл аралык дүйнө элдеринин эпостору фестивалинин салтанаттуу ачылышына кош келипсиздер. Добрый вечер, уважаемые участники и гости фестиваля, дорогие зрители. Мы от всей души приветствуем вас на торжественном открытии 6-го международного фестиваля «Эпосы мира», посвященного 30-летию независимости Кыргызстана и 160-летию со дня рождения великого поэта, просветителя, Манасчы, основоположника кыргызской письменности и литературы, мыслителя Тоголока Молдо. Добро пожаловать! Сиздердин уруксатыңыздар жана кол чабуңуздар менен жанатан кыргыз баскан жолду тарыхый учурларыбызды чагылдырып алдыңыздарга өзгөчө маанайды тартуулаган артистерибизди узатып алсак. Абсолютно согласна с вами. Давайте аплодисментами проводим наших чудесных и талантливых актеров Кыргызского драматического театра, наших замечательных гостей, мастеров искусств, которые приехали к нам со всех уголков мира для того, чтобы подарить вам сегодняшний незабываемый вечер. Благодарим вас! Улуу өнөрдү даңктап, даңазалап келген меймандарыбыз.